Друзья, всем привет! Спасибо, что в очередной раз заглянули на мой канал. Особенно, как всегда, приветствую простых гостей, подписчикам же крепко жму руку. В этом видео я продолжаю тему всяких женских штучек, повышаю просмотры женской половины своего канала. Это у нас будет распаковка на тему различных принадлежностей, может быть, для ванны или для покраски волос. Я не сильно в этом разбираюсь, но, в общем, что-то интересное возможно. Так что сразу после заставки канала погнали распаковывать. Ну что ж, а пришла мне эта посылка с сайта AliExpress. Обошлась она мне в 77 рублей или чуть более $1. Добиралась 54 дня, достаточно долго. Судя по описанию, у нас здесь shower cap. Это должны быть такие одноразовые шапочки на голову, наверное, для принятия душа, может быть, там с химией, или, может быть, наоборот, для тех, кто красит волосы, может быть, для чего-нибудь этого. Ну, я думаю, женщины разберутся, для чего это нужно, а я просто хочу показать, как оно у нас добралось, какого оно у нас качества, стоит ли это заказывать. Вот, насчет стоимости, опять же, дорогие женщины, надеюсь, вы меня проконсультируете, насколько это выгодно. Так, здесь у нас внутри вот такая вот. Упаковка из двух. Ну, судя по заказу, здесь у нас, наверное, в каждом пакете по 20 штук, я так думаю. Потому что всего в лоте у нас 40 штук должно быть. Вот, давайте, наверное, один из них распакуем и посмотрим. Что у нас там за шапочки, не полное ли это у нас футло, как иногда бывает при покупках с Алиэкспресса по очень-очень дешевым каким-то лотам. Так, ну давайте, наверное, одну распакуем. Так, это вот что-то вообще какое-то больше похоже на повязку для невесты, да, вот на ногу вот там такую штуку повязывают, больше, чем на шапку похоже. Так, как это у нас вообще? А, нет, смотрите, да, тянется и получается шапочка, видимо. Вот такие дела. Вот так оно интересно упаковано. О, прикольно. Шапочка целая, а упакованная, да, как китайцы придумали. Ну что, по-моему, все в порядке. Здесь с качеством нормально, пользоваться можно. Вот такой вот достаточно простой лот, недорогой. Вот, если знаете, где купить дешевле, конечно же, в комментариях напишите. В остальном, наверное, стоит это видео заканчивать. Я, в принципе, все показал, что здесь в этой посылке было интересного. Поэтому вас благодарю за просмотр видео до конца. В конце у меня, как всегда, формальности. Спонсором этого видео являются международные площадки AliExpress, Tmall, Gearbest. Список лучших товаров по моей версии, как всегда, в описании к видео. Приобретая любой из этих товаров, вы автоматически поддерживаете мой канал. Да, конечно же, кому видео понравилось, ставим лайк. Кто не подписан, подписываемся. Остальным всем удачи, приятных процедур, пока!